Дочке 2 годика. Дома, на прогулке, в садике. Все время носит что-то в руках. Грабельки, куклу, машинку. Капризничает, когда отбирают. Даже спит с ними. В чем может крыться причина? Чего ей не хватает? Нет, мне не хватает. Это природа. Это отлично. Вот как замечательно. Ваша дочка познает мир через предметы, через руки. Значит, у нее достаточно хорошо развиты способности. Способности что-то делать, в чем-то разбираться именно руками. Это как пианисты, это любого рода музыканты. Да, вот они через руки. И когда вы это лишаете ее, она испытывает дискомфорт, потому что через ощущение рук она познает мир. Оставьте в покое. Наоборот, давайте любую возможность для того, чтобы как можно больше было разнообразных игрушек и предметов, она быстрее освоится, быстрее будет выстраиваться именно мышление, именно сознание, вот разности цвета, разности форм. Она быстрее начнет говорить, потому что через эту способность очень быстро структурируются наши нейронные связи. Это так, чем, вот еще раз услышите, разнообразие должно быть. И ваше терпение отвечать на все вопросы и каждый раз брать вместе с ней что-то в руки и начинать этим заниматься. Это очень хорошо, что вы так быстро и здорово все увидели.